Сейчас самое время выйти на крипторынок и начать зарабатывать. Если вы хотите заработать на биткоине, то советую вам проект Start.com, на котором даже не надо переводить деньги в криптовалюту. Просто регистрируйтесь и начните зарабатывать столько, сколько вы сможете. А специально для вас я сделал депозит на 14 тысяч рублей на сумму 55 тысяч рублей. В итоге вышло 68 тысяч, что я легко вывел на свой Kiwi кошелек. Подробная информация в описании. Спасибо. Можно сфотографироваться? А? Сейчас сфотографируйся. Давай. Я вас в очках не узнал. Сразу. А сюда пустят эту штуку с меня? Я думаю, если там есть, по-моему, 100 сантиметров второй этаж, ну, возможно, если не просто... Нет, я имею в виду на горку. А, на горку, да. Пустим. Идем на американскую горку, пустят тебя. Там, ты не говори никому. Там рост нужен, а не возраст. А сколько у тебя рост? Там можно помериться. Тебе помочь? Что, удобные эти чекеды, нет вообще? Так сказать. Залез? Mm-hmm. Помочь второй? В лес? Let's go. Спасибо. Ничего не страшно? Ты круто там прыгал высоко так. Это какой-то детский батут. Вот этот? Вот этот час, который был. Какой? Че, идем на молнию. 65, смотри, скорость. Класс. Ля-ля-ля. Передай привет всем. Здрасте. Здрасте. Ой, класс. Проходите. Два? Да, два. Проходи, нет, проходи. Спасибо. Пойдем вслед. Идем вот туда, в первую, вот сюда. Вот сюда. Пролезать-то. А он сейчас сам пристегнет нас. Привет. Видел у меня живое общение здесь с людьми? Видел, 6500 человек смотрит сейчас на тебя. Скажи им что-нибудь. Привет. Такой ты милый, да? Это сейчас. Так, мы собрались в путь. Когда пристегнуть? Сейчас пристегнут.
Двигайся. А, сейчас у нас там пристегнут. Да. У меня такие ноги длинные. Сейчас будешь орать? Панамка улететь у вас на. Нормально. Не улетит панамка. Are you ready? Yes. Uh-oh. Папа, убери телефон, папа. Нет, я буду снимать. Сейчас ты что, телефон уронишь? Не уроню. Уронишь. Ну, уроню, куплю новый. Uh-oh. Uh-oh. Так, ну ладно, мы готовы. Ну страшно было. Тебе не страшно было? Ты не пикнул даже, папа только орал, сидел. Это все? Да. Только один? Да. Пойдем еще чем-нибудь поищем. Фу, папа самого затошнило от этого. Пойдем. Мы там больше всех орали. А мне просто пофиг. Идем посмотрим, там может распечатаем фотки. Магнитик с вашим изображением. Или магнитик 300 рублей. А сделайте с нами что-нибудь. Ну, у нас два кадра, один, два. Вот эти? В принципе, нигде не видать. Вот раз и два, вот был. Ну, сделай. Ну, как у Виту? Вот это. Можно сфотографировать? Давай. Сейчас я не понимаю, что это. Спасибо. Пожалуйста. Вам фотография или магнит? Фотография. Я ничего не вижу, чего мне там показывают. Вы меня видите вообще или вы что-нибудь видите? А вот я не понял, почему мне на американскую горку разрешили на 360 лет? Не знаю, странно. Сколько, 500? 250. Спасибо. На, Сэм, тебе подгон. Папа, ну я просто пофиг, за то, что я видел, как волосы. А я бы орал, все, как въехал. Ты что-нибудь видишь в этом экране? Что-нибудь показывай сейчас?
Пока мы с тобой ездили, отключился у меня прямой эфир. А. В Японии? 250? Ну, я приблизительно угадал. Пойдем дальше посмотрим. 320. Ну давай изучим эту сказку. Покажи мне, где что. Какой-то для маленьких деток все. Что, давай лезь туда. А? Ой, вообще не ожидал вас здесь увидеть. Давай, давай. Спасибо. Кукурузу? Можно, тебе в початке? Да, или... мне в початке. Можно одну кукурузу? В початке. Вы онлайн Сбербанк работаете? Не-не-не. А, не, ну да, наличными. Одну, две? Одну кукурузу тебе. Я не буду. Ну, одну? Одну, да. Тебе с солью? Мне нравится, классная фотка. Такой ты орешь, я такой, все нормально. Сам тебе солью? Нет. Сколько? 50 рублей надо? Да, хотя бы 50 рублей. Не, нет, девушка. Сорок есть. А можно кто-то добрый день? Давай. Спасибо. 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 Все нормально? Вкусно? Да дайте 300 без проблем. Пойдем, только надо, чтобы... 350. Нашли, да? Да, конечно. Спасибо. Пойдем дальше. Спасибо. Ну что, полезешь? Полезешь? Я хотела полезть. Ну, пойдем погуляем просто при Сэнди. Вон на лавочку. Надо... Эта фигня совсем детская, да? Космодром. Или вот на таких машинках хочешь попрыгать? Пойдем присядем, сидя, поешь. Что-то на ходу тут. Да, поговори с людьми, вон, их там так много смотрят на тебя. Вот здесь. Не хочешь? Вон они пишут, дай укусить.
Дадим укусить? Здесь пишет только. Кинотеатр такой маленький, посмотри, 5D. Нет. Нет, папа, это не кинотеатр. Ты садишься, и ты прям как будто там летишь. Пойдем с тобой. Пошли. Ну, я хотел бы, чтобы ты полазил вот там. Да. Видишь, там один мальчик, когда на тех штуках лазил, он заплакал. Ты не будешь плакать? Начал кричать как мог. Мне страшно. Да. Там один мальчик лежит. Ну, я единственный орал, да, на этой американской горке, да? Ага. Ну, что папа старый уже, папа боится за свою жизнь. Ой, я хочу кофе. Или возьми. Поедь, взяй. Да, иди возьми, если хочешь. Согласен, Сэм, с тобой. Я тоже, знаешь, с ними особо общаться не хочу. Ничего не видно. Вот этот альпинист, я понимаю, он там, вот видишь, наверху стоит. Он пока все дети там не пролезут, он вниз не спустится. Тебе же надо будет это все одевать. Посиди здесь, ладно, пойду узнаю вот сюда. Сейчас пойду узнаю, блядь. Про альпиниста. Нормальный прямой эфир. Или очередная хуйня. Блять. Долго они еще будут лазить. Там надо ждать, пока он слезет. Подожди секунду, ладно, я кофе здесь возьму. Кофе возьму здесь. А можно латте один кофе сделать? Да, конечно. За 200 рублей, но 3 рублей. Да.
зависаю, да. Ничуть даже зависаю. Ничуть не зависаю. Дети кукурузы на прогулке. Сахар будет? Да. Сколько? 4. А какой он? Большой? 4. Да. 4? Это правильный способ, знаешь, так открывать? Это некоторые сверху открывают. Спасибо большое. Можете сфотографировать? Давай. Спасибо. Спасибо огромное. Да. Слушай, а ты работаешь здесь? А посоветуй, что для мальчика что-нибудь такое экстремальное, 8 лет. Экстремальное? Я не могу сказать, что для меня экстремальное. Ну, что-нибудь такое, чтобы понравилось. Вы с ним можете на 360 сопровождений сесть попробовать. А не пустили 360? Не пустили? А сюда пустили? Пустили. Я не знаю. Ну тут это, по-моему, два самых нормальных аттракциона. Больше нет. 360 это вот, вот такая штука. Да, 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 да. Сэм, ну какое-то детское все здесь. Может, вам что-нибудь подсказать? Подскажи. А возраст какого? 8, ну как 10. 10. Танец на цепочке. Ну какой? Ну там вот, как, знаете, главный вход, там есть цепочка вот эта. Главная. Нет. Ну не можно. А что там делать? Ну просто вас посадят и как обычно цепочку крутить. А еще? Ух. Катались на пирате, наверное. Нет? Нет. Хочешь такой пират? Он пират крутится, он вокруг своей оси там вертится. Не, а пират обычно вот этот раскачается. Он так не делает, нет? Не-не-не, только 360. Шейкер там 150 сантиметров. Сколько? 150 сантиметров. Нет, 130. Все, приятного отдыха тогда вам. Спасибо, спасибо. Да. Ты съел всю кукурузу? Мой ребенок кукуруза. Папа, а? Пить? Что ты хочешь? Ну выбери. Колу? Да. Мама услышит, а мама услышит. Нет. Не колу, да, ты хочешь? Хочу колу. Но не будешь колу. Ну, пап. На, иди купись. Оп, колу. Отправил на дело. На хасл. Скажи, эо! Ты им скажи там, есть кто-нибудь? Стеснительный мальчик, сейчас мы... Нет никого? Есть, вон тетя сидит. Такой вот теплый лучше. Ну хотя бы прохладно. Я потрогаю. Холодное. Я открою, подержись.
Спасибо. Только маленькими, очень глоточками. Папа, пошли на страх. Куда? Пойдем. На, крышку возьми только. Крышку возьми. Можно сфоткать? Давай. Можешь очки снять? Да? Не, не. Можешь мне раздеться еще. Знаешь, пиздатый вверх был. Спасибо. А хочешь бесплатно катать? А я бесплатно катаю. А, у тебя вездеход? Мы ж блатнее, да, что это? А что у вас тут происходит? Быстренькие такие, по чуть-чуть? Да. Круто получается? Да. Ну, в восторге уходят люди? Конечно. Не хочешь? Нет, я здесь уже, я уже в Капитолии все испробовала. Правда? Да. Извините, я просто не пробовал ни одного. Вообще, да? Здравствуйте, а можно с вами сфотографироваться? Давайте. Простите. И с Сэмом. С Сэмом запрещено. Нет, с Сэмом запрещено. Да. Спасибо огромное. Тебя тоже знают все, что ли? И с Сэмом, пожалуйста. Спасибо. Ерунда, да, какой-то, честно говоря, сам парк? Да? Ваши впечатления о парке «Сказка», молодой человек? Давай колу. Открой, закрой. Все разом будете готовить? Да. Будешь ждать? Ждать будешь? Дима, пойдем кружок и вернемся сюда. Чего столько стоять ждать на месте? Пойдем? Что? Обойдем кружок, пока очередь пройдет, мы вернемся. Вы можете прийти попозже, это на дорогу. Пойдем. Да ладно, туалет. Да ладно. Конечно.
хочу это говорить, но я хочу, на самом деле, только в А вот там что-нибудь батутное есть, зама? Да, я на это смотрю. Хочешь туда? Спасибо, но я хочу вспомнить свой смысл. На батутный? Да. Из-за того, что хочу тут с этой горки скатиться. А? Это вам надо? А можно? Даже если мы будем стоять 8 месяцев, все равно будет. Пап, ты со мной идешь. На сколько пойдет? На 10? На 10 минут. Да, на 10. А можно на 20? Ты 20 что-то будешь делать 20 минут? Ну, я про вас говорю. Все равно вездеход. А? Все равно вездеход. Хорошо, пусть да. Все, до свидания. Что ты ищешь? Снимай ботиночки и иди. Все, я тебя жду внизу здесь, короче. Да? Да. Вот на этой скамейке будет здесь. Бабушкины паспортные данные зачем мне? Подожди, я про письмо тебе спрашиваю. Я не про билет. Я рисовала. А, поняла. А про билет что? Сказать, совмещаю приятное с полезным. Ага. А, понятно. Мои новые зубы. Понятно. Четвертые уже, по-моему. Понятно. Или пятые. Отдаем. Все, я опять потягал ребенка. Юля? А что, папаньку в бане отправим? Я говорю, да, я говорю, Ванька, до конца августа, чтобы снимать квартиру, тут дружку. Почему бы отцу в зале у Вани не ночевали? Ну, такие вы все умные. Ну, как бы я вот так тоже уже подумала, с Димой разговаривали, ну, Саша, периодически спрашивают, Соня, Дима говорит, а где надо спать будет? Я говорю, так отец. Нет, Дима, тут с мамочками. Или... Сейчас спою. Просто нас втроем, видишь, Ваня Норя. Папа, не очень красиво попроситься на Эмона. На 3 недели, да, Бодина? Слушай, хорошо, я рада. Бля, хочу отойти куда-нибудь покурить сигареты, здесь не курящий парк. Парк целый не курящий. Не болят, нет. Уже нечему болеть. Ну так-то не то, чтобы ему обливать некуда, просто на самом деле дорога большая, да. Это тебе просто хочется. Есть Панама Люганг, да. Черные и бежевые. Конечно, если... Конечно, черные сейчас закончились, сказали еще. Слушай, хорошо, я рада.
отец мне сегодня тоже сказал, и ребенок решил удариться в детство. Все аттракционы для него или уже слишком вырос он из них, или еще не дорос. Твои у меня есть. Вера, навряд ли. Я, кстати, тоже сегодня звонила. Треки скоро будут, ну вот, надо столько доехать до студии. И будут треки, и будет счастье. Скоро футбик, а сегодня не так интересно, как завтра. Хотя все равно. Но у меня сегодня второй отцовский день. А ты деньги-то успеешь заработать? Ты говорила, что тебе полгода надо копить, чтобы приехала. Нет, не видел, как пиздили девчонку из клуба. Не видел. Ну, я не про билет, я про времяпрепровождение 3 недели. Слать всех нахуй, попозже. Да не про кормлю, дай господи. Развлечения. Денчик, ну набери через часик, наверное, полтора, мы отсюда выйдем, я просто... должного внимания сейчас не уделю тебе. Закаденчик. А вон мой ребенок, пойду гляну. Правда, никто не курит вообще. Я с ней буду гулять, мы будем с ней это, на бар будем ходить. По-моему, в этом батуте я надолго его потерял. Не, я просто соображаю, как бы это все, ну, немножко. Интересно. Ладно, потом Дима. Ну ты же не будешь до 10, до 11. Не, просто знаешь, я как бы это, я видишь, не знаю, что эти дома улетают на гастроли сегодня. А то один учит, а другой за компом сидит. Другая Франция. Да, но он сидит, разговаривает. Не знаю. За Уругвай, наверное. Сфоткай, пожалуйста. Я полный рост. Да, 400 кто-то отвечает. Бля, вообще так рад тебя видеть. Ой, вообще. На этой неделе мне какой-то... Давай еще раз, пожалуйста. Еще давай разок. Да все нормально, да, хватит, разок. Хватит, спасибо. Все, отдышите. Что там отдышите хватит? Вообще. Балконный трек в том числе, как я дает до студии, так и сделан. Конечно.
Сашка с Бату заводит, скажет, что он там приедет. И она представляет, Саша аж плачет. Говорит, когда Соня приедет. Я говорю, не знаю, Саша. Не, ну мы же с ней не обсуждаем. Она же с тобой не обсуждает. Да. Страшно. Это модель. Ты, я Соня, только прилетел. Спроси, как она летела, когда не прощались. Саша сказала, что она, да, она все равно не поедет в Москву, она останется уже в Сочи. Ну давай тогда прощаться. Ну давай. Ну и перебила, что со мной прощается. Я буду тебе скучать, буду мамой. Сонька осталась, типа осталась. Остальные посетители у них... Видимо, осталось немного совести, они видят, что человек гуляет с ребенком и не подходит, а подходят такие, которым похуй. И вообще с ребенком гораздо беспалевнее гулять по улицам, чем одному. Все-таки в людях осталось что-то святое и не подходит, если видишь, что отдыхает человек. Так, ладно, батуты это хорошо, конечно, но папа хочет курить. Сейчас папа потихо слиняет куда-нибудь за карусель. Да, мои подписчики? Да. Дети это, конечно, наше все. Нет, не мой. Тоже не мой. Папа уже напрыгался. Вот мой летит, акробат. Сэм! Сэм! Че? Ты долго еще здесь? А? Ну ладно. Ладно, ладно. Здрасте, а что у вас закрыто? А? А что, просто приди посмотреть Лего, да? Сейчас к вам подойду, он там напрыгается, подойду. А покурить, если отойду, вот сюда сигарету за угол, можно здесь аккуратно? Сигарету можно здесь покурить аккуратно? Технично можно говорить. А мы по-другому не умеем, только технично. Самое главное, чтобы ребенок в это время сейчас не вышел и не увидел, что меня нету. Такое было уже один раз в аквапарке. В аквапарке охуенно. Реально охуенно. Блять, неужели меня нет зажигалки? Вот я покурил.
Все, удачи. Все, спасибо большое. А. Такой добрый парень, Леша. Ой, привет. Привет, Настя. Сэм! Сэм! Надо его звать уже, это, мне кажется, я потеряю мальчика в этом батуте. Слышишь, акробат, пойдем. Сами. Ой, короче, надолго, походу, блядь. Так, ну. А, сейчас его заманил конструктором. Сэм! Идем, я тебе скажу кое-что. Сэм, пойдем покажу. Сами. Идем одну вещь покажу. А? А они куда ушли-то? Нет. Кока-кола, у нас такого слова нету в нашем лексиконе. Есть просто попить водички. Сейчас, да. Идем покажу, там целый город Лего. Да ладно. Да ладно. Это где-то я слышал это. Да ладно. Лет 5 назад. Нет, вот твои стоят. Правильно, надо спасти. Ты одел, нет? Да, они сейчас садятся и придет. Одел? Да. Сэм, там нормально разберутся без тебя. Одел нормально кроссовки? Идем вот сюда, зайдем на секунду. Сейчас мама найдется мама. Если что, вон идем, посмотри, что там впереди. Смотри. Сейчас. На вездеход, вездеход. Здесь можешь просто собрать что-нибудь себе. Да.
Смотри, аэропорт какой крутой. Да, вместе мы собираем. Да подстригите сами, блядь, уроды заебали. Да, это, наверное, трасса. Не знаю. Нет, наверное. Это, наверное, все, что собрано. Пустые коробки стоят. Пап, есть идея? Я принесу свои. Есть идея, да? Согласен. У Малого прикольная притча. Садится батарейка, а мне надо будет еще отзвонить водителю, чтобы он нас забрал. Привет, привет всем. Да хватит давать мне советы, что мне делать. Ребята, занимайтесь своей жизнью. Хотите, блядь, не смотрите мой прямой эфир. Вы уже близко к тому, чтобы я начал свой эфир. Тот годичной давности. Бля, вот долбоёбы есть все-таки, а, сука. Ой, он там из туннеля выезжает? Нет. Ой. Все, уходим, ты сломал. Пойдем, пойдем. Все, пошли. Спасибо. Какие-то обычные все. Вот этих всех у меня точно нету. Нет, девчачьи. Вот этот у меня тоже есть, вот этот есть. Вот этот. А чуви нету здесь? Чуви? Нету. Пойдем. Слева. Ты думаешь, один ребенок это собирался? Сэм, ты вылупился, да? Почему ты ее не часто читаешь? Она тебе не нравится или что? Нет, просто там нужно было наклейки. Это Маша. А я уже все наклеила. Она помогает нам с парком. Нет. А вон следы с вот этими следами. Не хочешь вот так идти по ним? Да. Прочитай, кто это. Вот смотри, написано.
вслух. Ты все собрался? Всю брошюру прочитай? Просто зовут его как? Барионикс. А, да, Барионикс. Let's go. А этот справа не увидел? Алазавр. Алазавр. Алазавр, да. Ну, он похож на... Да, на Барионикса. Спинозавр. Ой, а вон себе какой большой стоит. Ой, вот здесь прикольно, мне нравится. Здесь прохладно даже. Стегозавр. А я оставлю, так где? Брахиозавр. Это прикольно. Ну, ты можешь прочитать, так видишь, что написан текст. Крепко сбитый, приземистый. Антилозавр. Пойдем, антилозавр. Ребята, я завершу прямой эфир. Какие-то у меня там трабл-шутинг in my telephone. Все, давайте. Наверное, больше не буду включаться сегодня. Хотя...